Всем привет! С вами снова бьюти-бабушка Корябушка. И пока дедушка Вредушка делает на кухне свое знаменитое имбирное печенье, мы с вами займемся делом серьезным и распакуем очередную посылку с корейской косметикой. И делать я сегодня это буду вот в такой замечательной компании. С наступающими праздниками вас пришел поздравить Джек. Джек вот тут вас от всей медвежьей души поздравляет. И вот такой у нас новый медведь в доме появился, да? На Рождество к нам приехал в качестве подарка. Вот такой замечательный медведь. Муж назвал его Владимиром. Я не знаю, почему он так его назвал, но вот у нас есть медведи Михалыч, у нас какие еще есть медведи? У нас очень много медведей, но вот это будет теперь Владимир. Да? Ну, правильно, такой большой может спокойно и всем миром владеть. И сейчас мы с медведями покажем вам, что же интересного бабушка заказала для себя на этот раз. И сегодня у нас с вами уже такая отчасти предновогодняя распаковка. И давайте скорее смотреть, что здесь. Я заказываю всю свою корейскую косметику на eBay, потому что мне не нравятся подделки, мне очень нравится подлинная корейская косметика. И, как всегда, всего за 3 дня Фидекс умудрился мне этот заказ довести, за что мы снова огромное спасибо. Но давайте скорее же смотреть. Посылка огромная, здесь килограммов, наверное, 7 косметики. И здесь огромное количество всевозможной роскоши. Это будет очень интересно. Так, что у нас тут за волшебства? Ну, видите? Видите, сколько тут добра. Мы тут с вами надолго. Надеюсь, что все взяли что попить и пописали, потому что здесь у нас с вами огромное количество косметики. Ну, давайте двигаться дальше. И вот он, сегодняшний улов. Я бы даже сказала, сегодняшние уловы. Так, будем все это избавлять от хлопушек. И сегодня я не буду выкладывать коробки. Сегодня у нас с вами все будет красиво, по-новогоднему. И давайте смотреть, что же интересного в этой волшебной коробочке. Так упаковывают обычно люксовые лимитированные издания. И это корейский люксовый бренд Сум-37 и его потрясающее новогоднее издание с елками, со снеговиками, с отличным настроением. И что же здесь лежит? Ну, как всегда, здесь лежит сказка. Не умеет корейский люксовый бренд Сум-37 ничего другого делать, как сказку. Это лимитированный набор с потрясающим кушоном. Это омолаживающий кушон из линии лозок Сумма. Это самая антивозрастная линия от этого бренда. Возрастнее уже только Сентеника, но она безумно дорогая. И этот кушон умеет не только блюрить кожу, в нем работают светоотражающие частички, которые скрадывают, стирают как ластиком наши мелкие морщины вообще, а крупные делают визуально менее заметными. Этот кушон еще и омолаживает кожу не только визуально. Он содержит около 100 растительных экстрактов и сделан он, выполнен на основе антивозрастной сыворотки. Могучее средство. Также в этом кушоне есть полная степень защиты. Поближе вам поднесу, чтобы было видно эту роскошь. Какой же он красивый. И давайте смотреть, как он тут внутри-то выглядит. Потрясающая красота. Изысканный черный спонжик. Тут все в золоте. Я не буду его сейчас открывать, потому что у меня огромное количество этих кушонов. Мы с вами сейчас посмотрим на примере запасного блока, как он выглядит. И запасной блок здесь тоже имеется, что сразу же делает набор вдвое дешевле. Так, давайте я вам покажу заодно, что в запасном блоке хранится. Так, здесь он открывается у нас с вами. И в запасном блоке столь же изысканное, да, оформление. Пожалуйста. И золото. Там тоже есть золотая бумажка, мы ее видели. Вот он сам кушон. Абсолютно нереальное, нежнейшее покрытие. Родные спонжики великолепны. Набираем. Он очень ровно, красиво набирается. И вот результат. Да? Кожа
естественно выглядит, натурально, но словно чуточку-чуточку подсвеченный изнутри, самую малость. Одновременно он умудряется блюрить, и он одновременно умудряется контролировать выработку себума, но не наглухо матировать кожу, а именно легкое сияние изнутри. Это моя кожа просто очень молодая, волшебный аромат. Спонжики у них просто потрясающие. Можно сидеть вот так вот и наглаживать. Это самое настоящее тактильное удовольствие. Что еще в наборе? Давайте смотреть. Так, положу сюда, чтобы не потерялся. Так. И здесь у нас с вами губная помада. Вот у меня девушки спрашивали, что у вас на губах в видео в красном платье. Что за губная помада? Вот она. Но здесь она в мини-версии. Это тоже помада из линии Лозок Сумма, и она тоже уходовая и антивозрастная. Помада с бархатным вельветовым финишем, однако в ней есть мириады маленьких точечек, блестящих частичек, и они делают губы объемнее. Уходовых ингредиентов огромное количество, и хорошая губная помада с большим количеством уходовых ингредиентов, она способствует тому, что и кожа, вся кожа вокруг рта не так быстро покрывается вот этими вертикальными морщинками, потому что губы не пересыхают. Что у нас здесь? Давайте смотреть, какая прелесть. Здесь у нас палетка от Сум 37, тени. Тени у этого бренда потрясающие. У меня был лимитированный набор с их первой палеткой. И здесь абсолютно такие же цвета и такие же тени. Они бархатистые, и они не совсем сухие. Точнее, совсем не сухие. Но жирными их тоже назвать нельзя. Очень интересная консистенция между сухими и жирными тенями. Держатся великолепно на моем рифленом, возрастном, нависшем веке. Жирном еще к тому же. И не плывут. У корейского люкса есть одна особенность. Во всех палетках, будь то Ахви, Сум 37, какой угодно бренд, у них цвета для истинных леди. Вот такие интеллигентные оттенки, которыми мы можем пользоваться ежедневно. Потому что в Корее люксовый бренд подразумевает взрослых, возрастных покупательниц. И в Корее не то, что девушки молодые не злоупотребляют какими-то очень яркими макияжами, но уж возрастные женщины тем паче. И поэтому это всегда макияж истинной леди. Но за счет их свечения, за счет того, что в них во всех есть светоотражающие частички, ими очень легко сделать самый, что ни на есть, праздничный макияж. Это невероятный подарок. И сейчас бабушка выдаст свою коронную фразу, потому что сколько времени не идет, а она остается правдивой. И почему не себе любимой? Вот почему? Да? Никаких оснований себе такое не подарить я не вижу. Великолепный набор. Мои самые теплые рекомендации. Следующее средство. У нас сегодня с вами просто не только новогоднее настроение, не только новогодний антураж, у нас с вами и средства еще новогодние. Посмотрите, какая коробка. Это не просто зимняя елка, украшенная косметикой уходовой и декоративной от корейского люксового бренда The History of Wu. Это еще и снежный шар. Да, что только не придумают для нас. С какой любовью к женщине, да, с каким уважением к покупателю все это разработано. И давайте смотреть, что же в этом лимитированном наборе. А в нем самая настоящая роскошь. Конечно же, с аннотацией. Да, куда же без нее. И здесь набор кремов для рук. Это два одинаковых крема, просто они в разных коробочках. И с этими кремами все очень интересно. Ну, конечно же, очень интересно. Это традиция бренда The History of Wu. И прошлогодний набор аналогичный выглядел и выглядит вот так. Все совсем по-другому. Ярко-красный, да? Знаете, какая роскошь. И здесь вот такие кремы. У меня таких наборов было несколько. Я и себе подарила, и подарила друзьям. И один просто оставила для себя, чтобы сравнивать их каждый год. Посмотрите, что же на следующий год выпустят. Это нереально шикарные кремы для рук. Кроме того, что они еще и очень красивые. И напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне интересно, какой вам набор понравился, нравится больше. Вот такой синий, да? Или
красный. Здесь вот такие замечательные новогодние всякие рисунки. На красном немножечко другие. Они все отличаются. Нет. Не схалтурили, да, не нарисовали одно и то же и раскрасили по-разному. Нет. Здесь разработан каждый проект отдельно. Да? Это омолаживающие люксовые кремы для рук. И для рук нельзя использовать так же, как и для шеи, то, что не подошло, как говорится, на ноги, на лицо и куда угодно. Кожа на руках равняется коже шеи, она такая же тонкая, и коже под глазами. Поэтому для рук крем лучше заказывать всегда отдельно. Пусть даже не самый дорогой, но отдельный. И что здесь интересно? Эти кремы вот так вот умеют стоять. Это очень удобно. Я очень часто не использую на ночь кремы, например, для рук, потому что они не стоят на тумбочке, они валяются где-то, они теряются, они все мятые, жеванные, некрасивые. Посмотрите, как удобно. Он роскошно выглядит на туалетном столике. Забыть о нем невозможно. Давайте посмотрим консистенцию. Это нежные сливки. Нежнейшая сливочная консистенция. А аромат, это аромат дорогих, восточных, нишевых духов. Он потрясающий. Кроме того, что это средство омолаживает руки и очень быстро и заметно, это средство мгновенный охорашиватель. То есть оно сразу же делает наши ручки ухоженными и более молодыми. Борется с пигментацией, и эти кремы устранили у меня начисто вот эти маленькие оранжевые возрастные досадные пятнышки, которые особенно вылезают летом. И средство, ну просто невыразимый восторг. Средство роскошное, потрясающее и очень-очень красивый набор. Давайте вам еще раз покажу для голосования. Мне лично нравится больше синий. Именно вот из-за этой восточной елки здесь как-то тема Кореи больше обыгрывается, и цвет невероятно красивый. Но вы напишите в комментариях, что больше нравится вам, красный или синий. Мне будет очень интересно, да? Мы все такие разные. Давайте еще посмотрим вот так во всей красе. Шар снежный и крем для рук. Абсолютно нереальный, волшебный, роскошный подарок. Следующее. Но это не средство. Это украшение, запасная крышечка для вот такого роскошного кушона. Это другое лимитированное издание, тоже из этой же зимней линии и тоже от корейского люксового бренда The History of Wu. Здесь в этом наборе, давайте я вам покажу, вдруг кто не видел, да? У меня часто бывают новые зрители, что меня безумно радует. Здесь в этом наборе есть база под макияж, тональная основа, бальзам для губ и вельветовый лак для губ. А вот во второй коробочке лежит самое настоящее чудо. Да, корейское чудо. Здесь запасной блок к этому корейскому чуду, а здесь вот такая пудра. Ты ж моя хорошая. И здесь камушек. Стекляшечка, да, страз, конечно. И бренд The History of Wu, кожаная лента. Так вот, к этому богатству, давайте здесь сейчас немножечко уберем, чтобы не было караван-сарая, который бабушка любит, умеет разводить. К нему выпустили запасную крышечку. Так. И мне ее вот прислали. Давайте смотреть. Я сделала этот заказ где-то, я уже даже не помню, наверное, месяц назад. Да, где-то так. И только сейчас торговец прислал мне вот эту крышечку в новом заказе. То есть она бесплатная, я за нее не платила. Он написал мне, что крышечки будут немножечко позже. И вот так вот он послал. Какая прелесть! То есть вот это, если кажется слишком рождественским, новогодним, вот так снимается крышка. Надевается другая, магнит. И она устанавливается. Смотрите, ее нельзя поставить никак иначе, чтобы вот только эта золотая штучка была здесь. Логотип The History of Wu. И здесь вот такие вот золотые, как простеганные, да, интересные штыречки золотые. Ой, как красиво. Да, сама по себе пудра драгоценная.
Она содержит светоотражающие частички, которые блюрят нашу кожу. И поэтому эффект фотошопа вам гарантирован в реальном времени. На всех моих видео, абсолютно без исключения, у меня на лице или эта пудра, или еще одна пудра. Я очень ее люблю, но она немножко дороговата, она стоит 600 евро. У меня есть отдельный отзыв о ней. Кто хочет себя побаловать, да, хочет себе такую пудру купить, обязательно посмотрите. Она просто стирает морщины визуально ластиком. Не только на видео, не только на картинках, но и в реальном времени. Абсолютно потрясающее средство. Ну, давайте сменим. Сейчас зима, Новый год, да. И пусть будет вот такая вот пудреница. Упаковка очень красивая. Да? Замечательная задумка. Мне лично очень нравится. Так, ну давайте двигаться дальше. В этом видео чуть позже мы снова вернемся к этой невыразимо прекрасной линии. Но давайте ее сейчас немножечко разбавим. Разбавлять будем брендом Медипил, который я тоже очень люблю. И у меня на канале совсем недавно вышло очень, на мой взгляд, и не только на мой, занимательное видео. Я выложила в этом видео и рассказала о каждом из средств. Я выложила топ-10 средств от Медипил, которые лучше всего продаются на eBay. Обязательно загляните, что там такое. Там есть средства, которые мне не только не нравятся, я их даже не рекомендую. Что лишний раз доказывает, какие же мы все с вами разные. И это отлично. На этот раз для капризулек, которые не хотели пользоваться сопливым кремом для шеи, корейцы взяли и выпустили альтернативу. Крем для шеи в виде стика. Но Медипил был бы не Медипилом, если бы он не выпендрился. Как он выпендрился в этот раз? Этот стик помогает не только сделать красивой нашу шею, он работает против второго подбородка. Как у мужчин, так и у женщин. Интересно, что я рекламу видела, где как раз мужчина тоже его рекламирует. Стик имеет форму гуаша. И когда мы его наносим, он еще и делает великолепный массаж. Когда вы получаете новый стик, вам может показаться, что он тугой, похож на сухую белую свечку. Ему нужно немножечко постоять в тепле. В крайнем случае можно на него слегка подышать. Ни в коем случае не грейте его феном, в этом нет никакой необходимости. Ему нужно просто привыкнуть к температуре вашего тела. В отличие от сопливого крема, комфортнейшее нанесение, на коже его не видно. Наносим снизу вверх. И двойной подбородок, вот так вот проходимся от шеи к подбородку. Вы знаете, эффект, судя по тому, что я смотрела у маленьких блогеров, и на шее, и на втором подбородке есть. Понятно, что если человек весит 120 килограмм, то какой же стик поможет стереть второй подбородок? Никакой. Но возрастная кожа становится дряблой. Контуры лица расплываются. И иногда двойной подбородок появляется даже у худеньких женщин, потому что виснет кожа. Вот против такого двойного подбородка это и работает. Поэтому, если у кого-то очень серьезный лишний вес, я рекомендую заняться избавлением самого себя от него. И, конечно же, это не получится с помощью никаких стиков. Такие двойные подбородки не уходят. И девушки очень часто большие и пухлые, да, себя хлопают там по этому подбородку, ходят на какие-то массажи. Пока вы не избавитесь от лишнего веса, подбородок никуда не уйдет. Тем более глупо его еще и, пардон, вырезать. И такие находятся люди. Здесь работает большой комплекс пептидов. Это средство уже в нескольких ипостасях есть. Это сопливый крем. Это сопливый крем Pro. Это стик. И очень ждем. Ждем, просто ждем, стоим на вокзале в кружевных чипцах и ждем, когда прибудет нам новинка долгожданная. Патчи для шеи из этой же линии. Очень жду, потому что я использую патчи от Велдерма, они хорошие. Но есть у меня подозрение, что вот это будет лучше. А пока мы стоим на вокзале в чепчиках, можно свою шею побаловать как? Это теплые компрессы. Наносим вот такой крем. Берем полотенце чистое, нагреваем его утюгом, например, да, проглаживаем и прикладываем к шее. Крем войдет в нее в разы лучше.
мышцы расслабятся. И вот такие замечательные теплые компрессы, там не нужно его долго держать. Не нужно. Буквально 5 минут, ну 10 от силы. Отлично работают на шее. А для тех, кто еще не смотрел мое видео об уходе за кожей шеи, самое время на него взглянуть. Обязательно заглядывайте. Так, ну и как я обещала, у нас с вами опять та же зимняя линия и роскошная шкатулка из нее. Что в шкатулке? Вы знаете, что в шкатулке? Да? Мне очень плохо даются паузы. Знаете, блогеры так красиво все открывают, умудряются какие-то паузы делать, а я все это так нетерпеливо вытаскиваю, мне так скорее хочется все это достать. Вот я буду учиться открывать вот так вот. Минут 15 это все крутить, потом так медленно, чтобы у людей начала сдавать нервная система, да? Или не надо так делать, как думаете? Не надо? Надо быть самим собой. И здесь набор. То, что мы видели в другом лимитированном издании, я вам сейчас показывала, бальзам для губ и бархатистый лак с бархатным финишем, лак для губ. Что интересно в этом бальзаме? Он обычно очень ярко выглядит, но это даже и выглядит не ярко. Это практически бесцветные средства. Они дают легкий-легкий оттенок. Это наши губы, но просто немножечко подсвеченные чем-то. Потрясающий бальзам содержит в себе огромное количество растительных экстрактов из древней китайской книги о медицине. Все творчество бренда The History of Food зиждется именно на этой книге из китайской древней медицины. И запатентованные ингредиенты от этого бренда – это не что иное, как комплексы трав, объединенные в комплексы. Плюс к этому добавлены самые новые разработки научно-технические. И Корея, я всегда это говорю, и никто не убедит меня в обратном, Корея обогнала европейские, скажем так, люксовые бренды косметологические где-то на 20-25 лет. По составам, по технологиям, по консистенциям. Это косметика будущего, которая нам доступна уже сейчас. Что делает омолаживающий бальзам для губ? У вас не будет шелушинок, трещин, и на ваших губах будет смотреться любая помада, даже если вы не вобьете в нее литра гиалуроновой кислоты. Очень много современных помад рассчитаны на рыбьи губы, но так как они уже вышли из моды, и я очень-очень удивлена, что их еще кто-то делает, для нас, обычных людей, тоже есть возможность сделать губы красивыми. Это просто наносить под помаду, особенно под матовую, вот такой бальзам. Что касается блеска, он великолепен. Очень его люблю. И он очень стойкий. Вот это дело очень стойкое. Прекрасные нюдовые оттенки, аромат легкий, воздушный, не бесючий, никаких, знаете, вот этих вот, как у Huda Beauty, ваниль, вот это химическое, кофе с молоком. Это просто невозможно. Знаете, как дешевую жвачку жуешь целый день под носом. Да, у меня даже из носа от них начинает подтекать. Здесь это настолько изысканно, это настолько красиво. И когда мы пользуемся качественными средствами для губ, мы опосредованно омолаживаем и кожу вокруг них. И у нас не так быстро закладываются досадные вертикальные морщины. Красиво, да? Красиво. Ой, давайте соберем вот так вот. Ой, как красиво. Ой, как же у нас тут красиво-то. Вы только посмотрите. Вот. Разложила и балдею. Нет, давайте вот хотя бы такую коробочку уже оставим. Ну, пусть будет красиво в кадре. Так. И у нас с вами есть еще одно средство. Это тоже крем для рук. Это два замечательных крема от Миша. Это кремы для рук с ароматами, с необычными. На этот аромат создатели крема вдохновил лес в Сеуле. И я читала эту аннотацию, там написано «Чистый лес в Сеуле». Когда представляешь себе Сеул, то очень трудно представить в нем чистый лес. Но, видите, бывает. И вы знаете, он пахнет лесом. Лесом каким? Зеленым лиственным лесом, береза, что-то вот такое здесь есть. Да, очень интересно, он действительно пахнет лесом. И это не мужской одеколон, какой там был, лесной звук, не помню, как он назывался.
Ландыш лесной, да. Нет, это что-то совершенно другое. Крем имеет сливочную консистенцию, но он воздушный. При соприкосновении с теплой кожей видим, что он превращается в бальзам и в коже исчезает. Травный, травный аромат. Нет, на самом деле лес. Пахнет лесом. Вот идешь за грибами, за ягодами. Вот так пахнет летом лес. Очень интересный аромат. Кто любит лес, это для вас. И здесь жасмин, роза, мускус и амбер. Давайте смотреть. Вот ведь наделали, да? Так, давайте смотреть. Давайте на другую руку, чтобы у нас лес с розой не смешался. Да? Ну, никого из нас не удивит, что консистенция абсолютно такая же. Как непривычно и неудобно левой рукой наносить сводч. Я так забаловала свою левую руку. Ой, какой, какой аромат. Здесь роза с пудрой. Знаете, что напоминает? Вот, вот, сейчас расскажу. Когда я была маленькая, у бабушки, по-моему, даже у мамы, были вот такие картонные пудреницы. И в этих картонных пудреницах была пуховка. Когда она приходила в негодность, у нас советские женщины пользовались ваткой, то есть чистенькой ваткой набирали пудру. И на крышке этой коробки была нарисована роза. Вот чем пахнет этот крем для рук. Аромат детства, аромат просто потрясающий, нежный. Не чувствую здесь никакого жасмина, никакого мускуса. Нет, вот теперь чувствую. Ага, теперь здесь есть еще и жасмин. Слушайте, это просто самые настоящие нишевые духи даже. С какой-то очень интересной, не сразу раскрывающейся пирамидой. Для парфюм-маньяков, для тех, кто интересуется миром запаха, кто к нему неровно дышит, это самый настоящий лес, просто лес на наших руках. И это роза с жасмином из детства. Вот из такой пудры. Отлично. И еще одно средство, может быть, не очень новогоднее, но очень полезное. Потому что на Новый год мы едим много того, чего есть не надо, мало двигаемся и становимся после новогодних праздников, ну, если мягко сказать, некрасивыми многие из нас, да, особенно кто склонен к отекам. И в этот период нужно поддержать свою кожу вот такими вот ампулами. Это замечательные ампулы для женщин, которые содержат, кроме коллагена, который необходим для нашей кожи, содержат еще много всяких вкусностей, полезностей и приятностей, которые позволяют нам не кукситься, не иметь плохое настроение, быть энергичными, нейтрализуют климатические явления и делают всего очень много полезного и интересного в нашем организме. Такие ампулы я пропиваю, конечно, прежде всего для поддержки своего организма и для красоты кожи. Коллагенов очень много, самых разных. Я не принимаю чистый коллаген, мне это не интересно, это уже, наверное, 25 лет назад никто не делает, тем более эти порошки не размешиваю, что вы. Это средство, которое содержит в себе огромный комплекс, который влияет на девушку, на женщину, да? На бабушку целиком. Потому что что-то одно принимать какой-то коллаген, это на данный момент бесполезно. Кроме всего прочего, все уже давно знают, что в таких снадобьях работает не что-то одно, а комплекс. Есть определенные ингредиенты, которые лучше работают, если их посадить в баночку вместе с их лучшими друзьями. И курсы коллагена, курсы вот таких вот ампул многопрофильных я принимаю регулярно. Они только меняются и чередуются. И я готовлю на моем канале большое развернутое видео о новых снадобьях, которые у меня появились в арсенале. И в самое ближайшее время буду рассказывать подробно и об этом средстве тоже обязательно. Вот такая сегодня у нас с вами получилась первая часть распаковки. И обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить вторую часть распаковки. Потому что если вы думаете, что все зимние чудеса я выложила перед вами сегодня, то нет. Нет и еще раз нет. В следующей распаковке будет не менее ярко, празднично, красиво, иногда люксово и очень интересно. Обязательно заглядывайте на мой канал, буду рада. Вот такое сегодня получилось видео.
такая сегодня получилась распаковка. Я очень надеюсь, что это видео было для вас интересным, информативным, и что вы обязательно присмотрели для себя что-нибудь новенькое. Спасибо всем, кто сегодня случайно или же умышленно оказался на моем канале, и до следующего раза. Володь, твой выход. Всем пока!